Всем добрый день, друзья, на связи Денис Телегин. Сегодня в видео мы будем выкладывать на пол кварц-виниловое напольное покрытие бельгийской фирмы Aquaflor. Это новая линейка и называется данная серия паркет. Но прежде чем мы приступим к самой укладке, пару слов о том, что представляет из себя данный материал. В отличие от классического замкового кварц-винилового ламината, данная серия имеет так называемые зеркальные замки, то есть замок А и замок Б. А для того, чтобы в процессе укладки нам было лучше ориентироваться, на каждой паркетине с обратной стороны подложка имеет свой определенный цвет. То есть замок А имеет синий цвет, а замок Б имеет серый цвет. Таким образом, мы можем легко и быстро, без ошибок, уложить данный кварц-винил. Данный паркет можно выкладывать как елочкой, так и квадратом. Есть 9 способов укладки данного материала, и все они показаны на обратной стороне коробки. Основное отличие данного замка в том, что он не боковой, а верхний. То есть мы кладем одну паркетину поверх другой и пробиваем ее при помощи резинового молотка. Лучше использовать резиновый молоток белого цвета, потому что черный молоток оставляет на поверхности следы. Или в крайнем случае черный молоток мы можем обмотать белым малярным скотчем. Выкладывать данный паркет мы будем елочкой и одним единым контуром без стыков и порогов по всей квартире. А это кухня, коридор и 2 комнаты. Для того, чтобы этот паркет лежал ровно без клина, первое, что мы сделали, это геометрию. То есть в квартире у нас все углы под 90 градусов. Во-вторых, нам необходимо идеально ровное основание. Поэтому мы сначала залили стяжку по маякам, потом сделали наливной финишный пол и зашлифовали его. В итоге у нас получилось гладкое, идеально ровное основание. Выкладывать этот паркет мы будем с дальнего помещения. Это у нас кухня с крайнего правого угла.
Итак, друзья, что я хочу сказать в завершении. Внешне данный материал очень напоминает натуральный паркет. Но при этом он не рассыхается и, самое главное, он влагостойкий. То есть его можно легко мыть влажной тряпкой, в том числе с применениями моющих средств. Ну а на этом, друзья, все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.